Человек – дитя природы. Но в последнее время технический прогресс приводит к тому, что мы эту природу портим. Портим излучениями, которые возникают от той аппаратуры, которую изобрел и внедрил для человечества технический прогресс. Мы сегодня разберем некоторые отдельные показатели. Вот представьте себе, что сегодня без мобильного телефона, без компьютера, без СВЧ-печей и другой техники люди не в состоянии жить. Но излучения, которые идут от этой аппаратуры, настолько сильны и настолько отрицательны для человека, что человек может получить не только какие-то погрешности, а заболевания вплоть до рака головного мозга. Как же быть сегодня? Или уничтожить то, что достигнуто техническим прогрессом, ликвидировать мобильные телефоны, компьютеры, СВЧ-печи, или искать какой-то вариант, как защитить человека от вредных излучений, которые идут от этой техники. В данном случае мы решаем вопрос вторым путем. Мы нашли возможность защитить человека от этих вредных излучений. Эти вредные излучения называются торсионное излучение, микролептонное излучение, неионизирующее излучение. Это терминология одних и тех же излучений. Но если посмотрим, а что это за излучение? Излучения особые, которые не имеют преград. Они проходят через землю, как через воздух. Что же делать? В данном случае мы нашли вариант и разработали жидкость, которая в состоянии при нанесении на тканевую поверхность защитить человека от этих вредных излучений. Оказывается, в физике тонких материй есть золотое правило. Когда идут отрицательные излучения, и когда навстречу им идут отрицательные излучения точно таких же частот и длин волн, они становятся положительными, полезными для человека. По этой стопе мы и пошли. Когда наносим на ткань эту жидкость, с одной стороны ткани у нас получается отрицательное излучение, точно такие же, как от мобильного телефона. С другой стороны идут положительные излучения, полезные для человека. Если мы снимем пленочку, и ее приклеим на мобильный телефон как самоклейку, то мобильный телефон теперь защищен. Во все направления идут только положительные излучения. Эта защита сделана не только для мобильного телефона. Она сделана и для компьютера, и для СВЧ-печей, и для других видов техники. Много методов, ну, компьютерных диагностик и возможностей определить состояние человека. Но одна из самых перспективных, и которая действительно существует уже много лет, это диагностика по методу Фоля. Что она позволяет? Она позволяет, измеряя биологически активные точки, определить функциональное состояние организма. Настолько этот метод точен и трудоемок, поэтому
Для того, чтобы ее модернизировать и помочь врачу, существуют так называемые компьютерные программы. И вот одна из самых интересных и современных программ – это программа обеспечения фирмы «Пересвет». Это московская программа, работает совместно с институтом имени Сеченова. И вот она вот в данном случае может определить, измеряя определенные биологически активные точки, может определить состояние человека. Но самое главное, вот для чего, собственно говоря, мы сегодня этот метод используем, это то, что у него есть такая методика, это медицинское тестирование. При медицинском тестировании мы можем определить, как этот препарат, какое-то там вещество, в данном случае мы будем проверять мобильный телефон и его защиту на мобильный телефон, влиял бы на человека, если бы человек этот им пользовался постоянно, какие будут органы поражены и так далее. Ну вот в данном случае мы имеем метод, который позволяет, измеряя биологически активные точки, определить состояние здоровья данного человека. Нормальные показатели от 60 до 70%. В данном случае в компьютерной программе он будет выглядеть зеленым цветом, окрашиваться. А если их будет меньше, то это говорит о каком-то хроническом процессе. Если больше, то это говорит о гиперэнергии, это или аллергический фон, или какое-то идет воспаление. Вот мы измеряем биологически активные точки. Одновременно на экране идет регистрация этих точек. Вот мы видим исходное. Дальше попробуем сделать медицинское тестирование. И снимем с мобильным телефоном без защиты. Мы посмотрим, как мобильный телефон будет влиять на пациента. Ну, видите, да, сразу же идут снижения показателей. То есть это говорит о хронических проблемах и дегенеративных разрушениях. Вот мы видим систему кровообращения. Эндокринная система страдает очень. Ну вот, а сейчас попробуем снять те же точки, но мобильный телефон с защитой. Ну вот видно сразу восстановление тех результатов. Даже некоторые результаты стали лучше, чем были. Ну вот если мы сейчас посмотрим сравнение, то четко видно. Вот идет воздействие на человека мобильного телефона, вот этот мобильный телефон защиты. То есть идет полностью нормализация всех функций и, естественно,
показывает о действенности этого аппарата.